Они вместе уже 60 лет. Супружескую пару Шабровых отметила бриллиантовую свадьбу. Своими семейными историями они поделились с нашей съемочной группой. Мы чествуем супругов Шабровых, участника Великой Отечественной войны Алексея Никоновича и ветерана труда Рузу Петровну с бриллиантовой свадьбой. На войну Алексей Шабров попал только в 1944 году, но успел с лихвой испытать все ее тяготы. А познакомились молодые люди, оба, кстати, уроженцы Цивильского района, в далеком 1952 году в Чебоксарах, в театре. Ей было 17 лет, ему 25. До свадьбы встречались 4 года. Я сейчас думал про нее. Думаю, как тебе пропустить? Она же моложе меня на 8 лет. Думаю, сомневался еще, что она согласится за меня замуж выйти. Ну, согласилась, вот я ее все берегу. Девушке молодой и статный парень сразу пришелся по душе. День свадьбы Роза Петровна помнит до сих пор. На такси. Это было очень богато. Вот говорили, на такси ее привезли. Я стала плакать. Вот они пришли, все. Собирайся, у меня еще бабушка там была. А что ты плачешь? Ой, а мне казалось, увезут меня, это дом мой, как я буду, где буду? С тех пор Роза Петровна о своем выборе ни разу не пожалела. Муж всегда ценил и уважал ее. Советовался в самых сложных жизненных вопросах. Вместе ездили на отдых в санатории, путешествовали. Вместе плечом к плечу возились на грядках. И также дружно и ладно воспитывали двоих детей. Мысль о том, чтобы разойтись, никогда не посещала ни Алексея Никоновича, ни Розу Петровну. Сегодня они оба с удовольствием делятся секретами долголетия супружеской жизни. Он, знаете, кулинар такой. Ага, вот дочка стоит, испечет пирожки. Еще что печешь? Запеканки. Да еще печенье. Это его, он там полный. Супы. Все делает на кухне. Говорю, ты устаешь. Не стираю. А он, ему это в радость. Вот это и есть любовь. Сегодня Шабровы, как и 60 лет назад, поставили свои подписи, но уже в книге почетных юбиляров. И снова, как в день свадьбы, Роза Петровна не смогла сдержать счастливых слез. Дорогие друзья! Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Александр Петров. Республика.